Депутат – это представитель интересов избирателей. Он занимается продвижением воли народа, защищает права граждан и помогает им в решении различных вопросов. Николая Красовского жители 26-го избирательного округа знают хорошо. Ведь председатель Брестского городского совета депутатов регулярно встречается с людьми, вникает в общие, социально важные для всех и личные проблемы и помогает в их решении. Люди идут с вопросами, это ЖЭС, в данном случае ЖЭС номер 7, поэтому общаемся, встречаемся. Я знаю всех руководителей предприятий, организаций, которые расположены в моем избирательном округе. Это мне помогает как бы активно вот вести работу разную, но в первую очередь связанную с благоустройством этих территорий. Николай Васильевич, он такой человек, который никогда и никому ни разу не отказал. Он всегда выслушает внимательно. Если он сам не может, он может поручить кому-то другому это выполнить или помочь выполнить, но обязательно откликнется и помощь человеку будет оказана. Также в обязанность депутатов всех уровней, а местных советов не менее 2 раз в год, входят плановые встречи с избирателями в форме отчета о деятельности. В этот раз основной темой стала работа, проводимая совместно с Брестским горисполкомом, администрацией Московского района, общественными объединениями и предприятиями. Прошлый год он был знаковым в плане обновления лесопарковой зоны вот всего избирательного округа. То есть мы провели 2 такие важные акции, причем эти акции делались самими жильцами микрорайона и организациями, расположенными на ее территории, по высадке деревьев. В прошлом году, вы были свидетелями, очень большая работа была проведена и горисполкомом, и администрацией Московского района, и подсоединялись различные организации города, субботники проводились по благоустройству парка воинов-афганцев. Жители избирательного участка не безразличны к тому, что касается наведения благоустройства возле их мест проживания и прочим социально важным вопросам. Поэтому среди них есть те, кто старается не пропускать подобные мероприятия. Я постоянно участвую на этих мероприятиях, потому что считаю, что это жизнь, как говорится, не только меня лично, а всего района и даже города Бреста. Николай Красовский ведет постоянный анализ работы с обращениями граждан и отмечает, что за последние 2 лет наметилась тенденция к снижению их общего количества. Снизилось количество людей с вопросами в отношении работы ЖКХ. Они всегда были на первом месте, хотя являются и превалирующими. Ну, много мне ко мне людей обращается и по медицинским вопросам. Вот, по земельным вопросам были, по вопросам архитектуры, вот, ну и самые разные вопросы. В принципе, депутат, он всегда связующее звено между населением и исполнительной властью. Людмила Лагудич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ».